А вот и доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Росси, вы на канале Ролигейм Онлайн, и мы продолжаем, а может быть заканчиваем играть в игру под названием Imperial Glory за Россию на высоком уровне сложности. Ребят, я надеюсь, может быть у нас получится в этом видео уже закончить наше прохождение за Россию, и мы с вами сможем перейти, возможно, за прохождение за Швецию в моде Atlantic Wind, но не точно. Значит, может быть, я это видео разобью на две части, если я в одно видео не вложусь. А если я вложусь в одно видео, то, соответственно, я вложусь. В общем, нет, то если нет, то вторая часть будет без приветствия. Но, думаю, вы меня простите и поймете, потому что я вас люблю, как и вы меня. Хотя вы меня не любите. Спасибо всем за комментарии, кто оставляет комментарии. Спасибо за лайки. В прошлом видео получилось вообще чудесно. Больше 10 лайков для меня это просто прорыв. Это просто разрыв всех моих шаблонов, поэтому не ленитесь, поставьте лайк в этом видео, напишите свой комментарий и нажмите на колокольчик. Я, правда, не знаю, зачем это делать, но все почему-то так говорят, чтобы нажимали на колокольчик, поэтому будьте как все, нажмите. Итак, значит, я вот тут как бы думал и придумал, что если мы сейчас начнем вооруженный конфликт с Британией, все пойдут против нас, и, соответственно, для того, чтобы закончить игру нам полностью, нам потом нужно будет захватить другие империи в любом случае. Поэтому надо быть готовыми к военным действиям по всем фронтам. По всем, где только возможно. Так, здесь у нас что? Ага, это место немножко освободил. Отряды я хочу, вот испанских партизан очень хочу. Побольше. Просто хочу посмотреть, как они хотя бы выглядят. Так, здесь, значит, наши корабли бороздят пространство. Отлично, мы можем высадиться в столицу, скажем так. Так, а тебя можем? О, и тебя можем. Шикарно. Что у нас тут столица нас ожидает? Такое себе. Вот здесь, наверное, будет самое жесткое сопротивление. Мы тут высадим два отряда. На этот остров мы высадим один отряд. И здесь высадим четыре отряда. Ну что, я думаю, в принципе, мы готовы. Все готовы. Пошел воем, соответственно. Кто в теме, тот поймет. Что это значит? Значит, передвигаем сюда наши войска для того, чтобы встретить агрессию вот здесь. Сохраняться я преждевременно не буду. А мы сделаем... Кстати, а мы можем уже напасть? Или у нас еще союз какой-то? Ага, мы не можем высадить войска в регионе Англии, пока здесь присутствуют корабли противника. Ну, кораблей противника здесь мало. Тогда что? Тогда давайте объявим им войну. Против... Еще и Португалия, да? Что здесь у Португалии? Ну так, серьезненько. У нас, конечно, будет похуже немножко, но я думаю, мы выдержим. Я думаю, мы выдержим. Здесь еще у нас вот есть вражеские корабли. Ой, да пошло оно все к чертовой матери. Посылаю я, значит, войну. Всем объявляю войну, соответственно. Конфликт неизбежен. Возможно, на следующем году, если у нас это получится, конечно, мы попробуем заключить этот мир с теми, с кем нам не надо воевать сейчас. Ну, не получится, значит, не получится. Так, первая стычка с Францией. Ну да, давайте. Равное сражение. Нет, не хочу. Мы проиграли. Бывает. Бывает. Расстраиваться не будем по этому поводу. Дальше. Великобритания, начиная сразу. Так, войска Великобритании. Давайте подеремся. Что-то ничего не произошло. Не захотели не драться, наверное. Я что-то просто не понял, что это было за херня. Так, равное сражение. На нас напали капитан Сильвера на один наш... одного нашего генерала или полковника. Не столь важен. В общем, сейчас мы немножко с ними помашем. Каким-нибудь местом. Так, братья по оружию, пришел тот час, когда мы должны сделать все, что в наших силах. Ой, да давайте вот это без этой ирени. Сильно долго размусоливаете. Не так. Сельской дом, да? Идите туда, братья. По тихой грусти. Отправляйтесь туда. Так, ну а все остальные, конечно же, отправляйтесь за ними. Трусцой. А где наша вражина?
Интересно. Ага, вон они. Красавцы, спортсмены, атлеты. Так, гренадеры, гренадеры. Да, заруба будет серьезная. Но мы постараемся победить. Ребятки, давайте как-то я вам быстрее скорость включу, наверное. Потому что как-то вы вообще неуверенно это все делаете. Давайте сюда, наверное. Не хочу просто их сильно гонять, чтобы они уставали, потому что нас сейчас ждет кровопролитный бой. Замедляемся. Тут уже первые ребята хотят получить в щит. Мы просто должны им это организовать. Они строятся в каре. Очень плохо. Мы можем соснули. Да, мы соснули. Минус один, в принципе, это нормально. После залпа убили одного. Это все хрень. Да, надо, кстати, сразу включить, чтобы наши пацаны готовились. Давайте как-то, я не знаю, быстрее разворачивайте свои кубышки бестолковые. По нам уже стреляют, а вы еще все. Вперед, короче. За веру короля и отечества. Давайте, пока они не успели построиться в этот в шеренгу, точнее в каре. А вы стреляете, не боитесь. Так, они уже построились в каре, нам не подходят они, бьем этих. Хорошо. Давайте, давайте, атакуйте там уже какую-нибудь пехоту, кого-нибудь. Потому что в ближнем бою, я чувствую, мы соснем. Ребята, почему-то наши немножко проигрывают по стрельбе. Так, ну все, конницу мы потеряли. В принципе. Будем сейчас всю надежду на наших бравых стрелков. У них дальность стрельбы явно дальше, поэтому они немножко выигрывают. Еще посмотрим, как проявят наши хлопцы, которые в здании сидят. Давайте, наверное, все атакуйте одни. Так будет быстрее, мне кажется. Блять, ну тип глупо перестройки, что вы делаете, блять? Ой, бог ты мой. Пусть подойдут. А уже подходить никто никуда не будет. Ребят, уже стреляйте. Я херово знаю. Блять, у них скорострельность просто бешеная. Но и раз в год стреляют. Ускорим немножко процесс. Да. Мы, скорее всего, потеряли эту территорию. Силы наши тают на глазах. Лип-лип-лип-лип-лип-лип. Итого остался у нас один отряд в здании. И опять же, у нас в здании сейчас почти 90 метров, 80 точнее, почти 80 метров дальности. У них 65, и они уже нас пробивают сдалека все равно. Ребят, вот это, к примеру, как вам такой вариант? Те, которые ближе подходят к вам, может, в них надо стрелять? Я, конечно, не профессионал в ваших военных делах, но я бы так сделал. Стрелял бы, по крайней мере, по тем, кто вам подходит. Чтобы вас поиметь. Давайте немножко ускорим. Очень долгая перезарядка у наших хлопцев, очень долгая. Так, все, уже по тем не стреляйте, стреляйте по этим, к примеру. Побежали на нас. Стреляйте по этим, хотя уже до сраки. Да.
Ну, это было жестко. Мы, в принципе, снесли всех, кого могли. Возможно, что-то где-то сделали не так, но уже поздно. Судить, я думаю, что вы у меня там все в комментариях профессионалы, не первый раз играете в эту игру. Оставьте свои комментарии, где она положил, типа, как там, типа, Роси, ты сделал не так, потому что, или потому что ты просто кривой. Ну, в общем, любой комментарий это уже хорошо. Поражение, ребятки. Поражение. Нынче? Сейчас пойдет ответочка. Сейчас пойдет ответочка. Мы обязательно поставим всех на место. Обязательно. Согласен, да, потерял. Что здесь? Здесь хлобучат мой корабль. Нет, беги, брат, там. Успехом. Здесь что? Я не хочу принимать вызов. Вне их достигаемости. Так, наш ход. Хорошо. Так, значит, теперь мы заключаем мир с Францией. Предлагаем их за это 1000 копеек. Вот так. Значит, этих Козлодоевых мы сейчас лупанем. Вот, и заберем обратно как бы нашу. Тут можно сделать вот так. Вот так вот усилим на всякий случай. Так. Я так и не понял. Я уже могу высадить или нет? Хорошо. Как мне, блядь, напасть на этот форт гребаный? Ладно, хорошо, ждем. Опять почему-то бред какой-то. Не могу высадиться на территории Британии. Ладно, но здесь-то я могу высадиться. Слава богу. Так, хорошо. А здесь я могу высадиться? Отлично. Уже шикарно. Уже хорошо. Дальше. Что здесь у нас? Британия наша великая. Сосам готова делать? Сейчас мои мамлюки тебя просто отмамлючат во все доступные и недоступные места. Вообще бы, блин, лупануть их. Вот эти вообще бестолковые пушки. Ты как себя, Австрия, нормально чувствуешь? Можно тебя лупануть? Резко. Что тут у нас есть, чем мы тебе можем порадовать? Тручек. Французские эти. Вообще можно, в принципе, вот этого товарища вывести. Там еще шашечкой помахать. Так сказать, сразу можно Австрию сейчас прогнуть. Ладно, пока Австрия нас не трогает, я думаю, в принципе, не тронет, потому что ума хватит. А не хватит, ну придется наказать, раз ума не хватит. Завершаем ход. Опять у нас стычка. Легкое сражение, но тут уже ясно, не буду я участвовать. Тут уже ясно, что как там раньше в интернете говорилось, на колени олени. Здесь что у нас? Опять. Нет, не преследовать. Здесь что? Нет, не преследовать никого. Вот здесь меня интересует. Да, преследовать. Готовьтесь к отчаянному сопротивлению. Легкое сражение. Блять, это понятно. До свидания. Здесь у нас что? Легкое сражение. Ребят, ну хотите. Давайте, я просто хочу посмотреть, как мамлюки будут мамлючить. Я просто обязан это увидеть. Мы достигли врат в пустыню. Это сражение определит судьбу Марокко. Мы проделали слишком долгий путь и намерены держать победу в грядущей битве. Шикарно. Палатки такие бы захватил. Нам предстоит захватить две позиции. Во-первых, эту деревню. Не сомневайтесь, что мы там столкнемся с противником. А деревня это шикарно. И попытается враг удержать руины. Помните, противник будет оборонять это место до последнего солдата. Хорошо. Так. Ты пойдешь захватишь деревню. И ты захватишь деревню. И ты тоже захватывать позицию. Так. Конячки мои. Легкая кавалерия. Мы пойдем вот сюда. А мамлюки пойдут вот сюда. А вот пушки пойдут вот сюда.
где-то сюда, наверное, чтобы они, блядь, достали. Хоть когда-нибудь в жизни, чтобы они достали по тому кому-нибудь стрелять. Че вообще туда? Ну, мне надо сюда налево. Руины. О! Они заняли, кстати, очень хорошую позицию в палатках. Палатки — это надежное укрытие для всех. Так, давайте, в общем. Что тут у нас? Минус 13 брони. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Буш. Значит, Джордж, мудак. Ты не сможешь, как бы. Здесь другие ребята. Они порвут твоих солдат на части просто-напросто. Поэтому Британия, это не твое. Это просто не твое. Так, мамлюки. Я вот так вот хочу сразу просто. Просто сразу хочу мяса кровавого. Где там наши? Это ж серьезные ребята. Сейчас они разберутся быстренько. Давайте и вы, короче. Чё там этот? Чё там с ними теребонькаться? А. Понятно. А ну интересно, вот они сейчас находятся в руинах. Коняки мои хотят атаковать. И кого они будут атаковать? Ага. Те разбежались, перепугались. Ну вы за какую веру, за какого вы царя? Вы ж наемные эти. А, смотрите, гни, коняки забежали в здание. Вот это прикол. Это, наверное, потому что это руины. Ага, эти встали, короче, в этот, я понял. В каре. Задавите их просто. Просто изничтожьте их. Кто там еще? Давайте за веру царя и отечества. Че, серьезно, блядь, будете в этом здании сидеть, что ли? Выскакивайте своими конями в другое здание. Угу, понятно. Ладно. Где там тяжелая моя это на подходе? Давайте ускорим их. Пушки мои. Оп-о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 п. Ребята, добрый вечер. Вы вышли умирать? А мы вас ждали. А вот и секретные документы подъехали. Ну, в общем, я от мамлюков ожидал, конечно, большего, если бы я их, наверное, правильно использовал, но мне все равно, потому что тут и так понятно, что это победа. Больше, больше туда людей. Куча малу просто вот так вот сделайте. И теперь ты один. Ну, наверное, сердце лопнуло, обосрался еще до того, как до него доскакали. Это победа, ребят. Каждый раз надеюсь, что не выбьет, и если выбьет, то не обессудьте, если игра будет загружена. И видео будет продолжаться из ниоткуда. Ну, то есть, восстановлено. Потому что в Imperial Glory каждый раз играешь как последний. То есть, вроде вот оно нормально-нормально. Потом загрузка доходит до половины. Ты думаешь, блин, выбило. Итак, 47 человек потерял. Хотим ли мы оккупировать? Конечно, конечно. Мы что сюда? Пришли просто так чай попить? Ну что? Так. Поскольку эта война, Великобритания продолжает заключить мир. Нет. Мне твое золото не нужно. Мне твое золото не нужно. О, от Португалии за 45 тысяч. Хорошо. Мы-то территории свои вернули. Но я помню тебя, Португалия. Никто не забыт, ничто не забыто. Итак, фест началась. Хорошо. Шикарно. Ну что? Ребятки, значит, добро пожаловать в гости к Великобритании. Мы давно хотели. Не можем. Ну ничего. Мы, если что, подможем вот так. Да, будет использовано для подкрепления. Так, с Британией у нас все понятно. С Австрией тоже все понятно. С Францией такое себе, я тоже думаю, что в принципе все понятно. Давайте пока разберемся с Британией. Ну что, легкое сражение, ребят.
Боюсь, чтобы видео надолго не затянулось. Ну, давайте это сражение мы точно, лично сыграем, потому что все-таки посмотрим на нашу элитную конницу, элитных хлопцев всех. Ну, а дальше все-таки я не хочу, чтобы видео сильно затягивалось, потому что все равно любой из вас видео заканчивает смотреть где-то на 5-й минуте. А наконец-то мы вошли в самое сердце Англии, этот замок, важнейшее укрепление в этом районе. Они сейчас, наверное, будут ожесточенно защищать его. Но мы тоже с вами не промах. Наша задача занять замок. Разумеется, его хорошо обороняют, так что готовьтесь к тяжелой битве. Да, я всегда готов. Как пионер. Запомните, у цитадели два входа. Это поможет нам застать противника врасплох. И вот, начиная как вы, я запомнил. Ее прочные стены хорошо обороняются, что создаст нам... А, все хорошо. Так. Начнем. Враг занял ключевую позицию. Где наши красавцы? Вы просто посмотрите. Так, кто? Царские гвардейцы. А? Орлы. Просто орлы. Здесь у нас измайловские гвардейцы. Одни, блядь, гвардейцы у нас собрались. Итак, значит, два входа, два выхода, там все дела. Конная артиллерия. Вы очень быстрые, шустрые. Давайте сюда сразу на позицион. Будем делать пих-пах. Два входа, да? Два входа. Один коронный, один похоронный. Бля, они действительно хорошо решили укрепиться. Ребятки, это все вам не шутки. Почапал. А, у нас еще одна коняка есть. Ну ладно, ту коняку мы перекинем, коли шо, сюда. Просто пушку. Не знаю, ребята, начинайте копить. Что-то я тоже... Ну дайте покатить. Ладно, хорошо, будем тогда нападать все с этой стороны. Раз вы такие не хотите использовать тот мост, тогда будем с этого моста нападать. Значит, что, орудийные расчеты нас ожидают. Ракетницы Конгреева уже здесь нас ждут. Гаубицы нас ждут. Легкая пехота, черная стража. Черная, все эти последних событий как-то звучит. Не хочу, чтобы меня потом погромы устраивали в моих городах. Быстрее, 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 батарея. По идее, мы должны их нахлобучить по... расстояние. То есть сейчас пару грамотных выстрелов, вся эта брашка-аташка начнет бежать, как перепуганным, и наши гвардейцы их просто задавят. У нас есть 28 минут для выполнения моего крутого плана. Посмотрим, посмотрим. Блядь, я не знаю, как считают тут метры. Хуй его знает, наверное, не достанут. Ну, попробуем. Давайте, давайте, еще, еще трошечки, еще трошечки, еще чуть-чуть. Так, пробуем. Пробуем. А ну, начинаем отстрел. Понятно. Молодцы. Удивлен ли я? Нет. Кем? Пушками, которые умнее? Ага, понятно. Ну, стреляем уже. Все ясно, пацаны. Чтоб вы были здоровы, блядь. Короче, отсюда мы не можем. Наши снаряды недоступны для стрельбы под таким наклоном, под таким вектором стрельбы. Потому что, ну, короче, блядь, пиздец. Что, что хоть эти Алёши не достреливают? А нет, вон один. А нет, вот эти достреливают, ребята. Главное, чтобы сейчас у меня пехоту мою и конницу не порубить. Этих-то дебилов не жалко. Так, ну вот здесь вроде нормально уже. Этот уже, по идее, мы сможем стрелять. По идее, конечно, я не уверен. Собираем оружие. Давайте. Оценили расстояние. Я считаю, прекрасное расстояние. Можно стрелять. О, уже кто-то попал. Хорошо. Прекрасно. С одного, кстати, залпа.
Опять один залп попал, но все равно очень плохо. Набуксирование! Навались, братцы! Ваши солдаты под обстрелом. А то понятно. Давайте. Ты сюда, а ты сюда. Давайте, приказывай. Пошла страшная перестрелка. Интересно, наши опять в землю стреляют? Нет, наши уже стреляют более этот, но наши пушки начинают проигрывать. Ребятки, это вам не шутки. Очень жалко, что убрали ракетницы отсюда. Я думал, что мы ракетницы сможем снести. Ну что вы там? Ура! Ладно. А если вы будете вдвоем стрелять по одного? Может, туда попадете? Пока мы уже царские гвардейцы не ворвутся туда. Не внесут свои коррективы. А тем временем 24 минуты до конца. Так, все, шабаш. Сворачиваемся. Переезжаем сюда. Это будет должно быстро быть очень. Да. Это очень быстро. Так, я марширую, это уже хорошо. Давайте сюда немножко подгоним наших стрелковых отрядов. Пожалуй. Еще один сюда отрядик. Вот так. Вы пока пойдите погуляйте. Что у нас там на дальнем фланге? Фланге, точнее, ага, забрали, да? Манатки свои собрали, короче, они все стянулись к замку, который они защищают. Ну, то хорошо. Но мы сейчас заедем через эти ворота и вольнем их артиллерией. Трустой, трустой, да. Трустой. А где там наша? А, о, она через правильный мост поехала. Хорошо. Молодец. Умнее капусты. А мы что стоим, пацаны? Что стоим? Кого ждем? Вперед! Так, 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 так. Не потерять бы нашу кавалерию из виду. Ага. Уже хорошо. Блин, ну это, конечно, будет слив, если я ворвусь. Ой, ребята, я вас не увидел. Вот это поворот. Давайте вперед тогда. Быстрее, 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 быстрее. В каре, да? Да, в каре. Наши сразу со стули с перепугу. Давай, 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 давай. Так, вы успокоитесь? Соберитесь, тряпки. Тоже отходим в боевом порядке. Понятно. Есть, эти расслабились. Точнее, вернулись к жизни. Давайте еще раз. Смотрите, что каре делает, да, ребят? Просто жестко. Я считаю. Да понятно, что нет такого. Что ж тут поделать? Тоже в каре построились. Ну, зараза малая. Давай, 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 давай. Батарея. Огонь, батарея. Огонь, батальон. Разворачиваем свою бодегу. Разворачиваем. Так, там у нас кто-то остался, отлично. Ну, ребята, вы где-то? Что-то там такое мясо происходит какое-то непонятное. Пушки стреляют своим же в спину, короче, рубят там всех подряд. Так, все, харитон, пацаны. Вы сейчас своих переставляете. Единственное, что вы можете развернуть свои орудия и стрелять вот в то здание. Попытаться. Только не в своим спину. Я вас прошу, ради бога. Не, понятно все. Орудия на буксир. Погнали туда.
Вот здесь у нас черная стража. Ну, мы тут должны им навалять. Наши там еще гвардейцы даже что-то ковыряют своими палками. Попрошу. Все, шикарно. Еще даже наши два, вот, 8 коллег осталось. Они пойдут сейчас штурмом брать. Разворачиваю. А ну, куда мы попадем? Понятно, блядь, мы попадем. Пиздец, короче. А, здесь только так осталось, ребята. Какая-то меня идея. А, нет, все-таки в здании сидят. Все-таки в здании сидят. Так, давайте. Ближний бой. Задайте. По наши пушки стреляют в землю. А, тут все, вон еще те. Все, понятно, наши слегли. Вот так. Вперед и в атаку. Что тут у нас, ребята? Подходите по тихой грусти сюда, короче, все. Сейчас будем брать эту неприступную хрень. Значит, вы, наверное... Опа, ракеты выстрелили. Слышали звук? Ой, красиво, красиво. А я вам вроде дал команду бежать, нет? Что вы на это скажете? Вроде была команда такая. Красиво стреляют ракеты. Первый раз, кстати, вижу. Никто не добежал. Бывает. Так, пушки. Отряд вперед. И почесали вот аж сюда. Сейчас, конечно, будет бестолковые будут потери сейчас с моей стороны. Это я уже сразу предчувствую. К примеру, типа таких пушек, которые, блядь, едут непонятно куда. Рано, рано. Они празднуют победу. Хорошо. Я, кстати, что хотел посмотреть. А если мы сделаем так? Если мы этих дурачков остановим, развернем и заставим стрелять в стену. Вот как они себя поведут, если они будут стрелять в стену? Нравится расположение пушек друг за другом. Ну а через стрелять в стенку уже хорошо. Интересно, другой вопрос. Можно ли будет... Пацаны, быстрее, я вас прошу, господи. Просто быстрее. Вы сейчас начнете, блядь, умирать от своих же пушек. Блядь, ну это пиздец. Это просто, блядь, пиздец. Ой, боже мой. Сколько у вас там дальность? 143, а у вас клоуну меньше. Ну, по идее, если мы сейчас вот тут где-то встанем, нам просто надо дать один сраный залп. И они повыбегают. Все. Все очень легко. Начинайте обстрел, ребят. Попадите, блядь, в здание. О. Все, так и стреляет. А вы тогда станьте где-то вот так. Так. 40. Ну, потихонечку. У нас есть 17 минут времени. 40 человек мы выбьем за это время, я так думаю. Но сначала мы еще потратим один отряд, наверное. Сольем их. Я хочу срубить эти ракетницы. Очень хочу. Просто очень хочу это сделать. 39. Так, пока. Стоять! Все, выезжайте оттуда. Так, где... Ага, она подходит. А еще одни пушечки? Они все едут. Может, тогда... сюда езжайте, тут развернетесь, будете тоже стрелять. Так, вы приехали. О, нормально, приехали, свои же дали залп, и они всрались. Из трех осталась одна, не может не радовать. Баллистика путок.
До последнего черная стража охраняет свой замок. До последнего Британия бережет свою столицу. Конечно, это все можно было закончить быстрее на автобое и просто задавить их этим, но я хочу просто немножко поиграться с пушками. И при том, при всем, у нас еще один отряд в подкреплении. То есть еще 5 отрядов на армию подкрепления. Что там? 26. Медленно, но верно, пацаны мрут. Возможно, даже пушки мои эти не успеют доехать. Все. Замок упал. Ваша армия контролирует поле боя. А нет, не упал еще. Быстрее, пацаны. Ну хоть раз быстрее. 20 человек осталось. 20 защитников до последнего держат форт. Форт Бояр просто. Короче, разворачивайте, стреляйте уже. Ради бога. Ну это попадет сюда точно, дальний залетит. Понял. Понял, спасибо. Выбежали пацаны. Бросили они своих. Наши до победы валят замок. Они бегут у нашей пушки. Пацаны, или вы, или вас. У вас есть один выстрел. Как раз вы, дебилы, в эту область стреляете. Давайте. Что далеко? Стреляйте. Ну все. Вы свой шанс проебли. Пока наша конница добегает, из 30 человек остается 17. Спасибо нашим пушкам за это. Люблю их. Черная стража до конца рубит. Рубит наших просто, где только можно. Победили они нашу кавалерию, ой, точнее нашу артиллерию. Теперь должны победить нашу кавалерию. В принципе 16 на 17, а нет, все. И это победа. Момент истины, загрузится или нет. Загрузилась. Пока. Что? Ну что, Анна? Добрый вечер. Добрый вечер. Австрия там что-то свои кораблики переставляют. Белые кораблики. Великобритания. О, сейчас будет бить в ответку мне. Да, она захватила в хороший ход, хороший ход. Трудное сражение, 279 на... Нет, не буду. Лучше проиграем. Отдадим, отдадим. Ребятки, отдадим. Марокко. Лондон началась. Хорошо. Ага. Так. Очень, конечно, здесь у нас мало людей осталось. Очень мало. Мы можем одного забрать. Вот этого вывести. О, ну это уже покрасивее будет дело. Так. Что тут у нас? Давайте. Вот так. Полный отряд. Вот их сюда. Этих полных вот сюда. Чтоб они поувереннее себя чувствовали, скажем так. Так, там все понятно. У нас действенность сейчас развивается. Самая такая драчка сейчас будет происходить. Ну, что тут у нас осталось? А давай вот так вот сделаем. Здесь у нас есть кого вывести в защиту интересов родины. Всех вот этих дурачков
кидаем. Вот так. Сильно долго, ребятки, сильно долго. Офицеры. Три хода тоже до хера, бля. Два хода тоже до хера. Давайте мне только пехоту стрелковую какую-нибудь, которая один ход строится. Вот так. В принципе, хотя никого вести особо, ну ладно, как-нибудь так поведем. Завершим. Так, тут война, легкое сражение, нет, не хочу. Есть такое дело. Марокко восстало, это было понятно, равное сражение. Блять, ну давайте, равное, давайте сами, давайте попытаемся. Ой-ой-ой, как видео затягивается, ребята, я просто предвкушаю, как оно происходит. Как это все будет. Ну, если мы сейчас как бы выстоим в этой битве, то считайте, это уже все, Марокко будет наше. Британия сейчас, скорее всего, очень сильные войска выставит на своей исторической родине. Я так думаю. Это будет тяжело. Это будет тяжело. Поэтому Британия сейчас должна хорошие войска выставить, чтобы попытаться отбиться. метров 60, вообще ополчение, понятно. А да, сейчас попробуем поиграться так. Тихо, тихо, тихо. Плохо, что не навязали бой, конечно, ближними мне на этот. Ну ладно. Сейчас мы этими мемлюками эти задавим. Теперь вот я их задавим. Там, я думаю, все понятно будет уже. О, они успели с каре построиться. Ну, не успели практически. Практически успели построиться в каре, но нет. Почти, но нет. Так, там все. Еще воюем, да? А все, в принципе, можете отбегать оттуда. Пам-пам-пам-пам. Все, вот вам и равное сражение. Потеряли, нет, ну потеряли нормально, конечно, но практически равное сражение было. Все, думаю, у Марокко больше не должно возникать вопросов по поводу того, чья это территория. А вон Британия подплывает к нам сюда, в Марокко, своими пидор-кораблями. А нет, она пытается уплыть, наверное, на родину, отбить столицем свой. А успеют ли? Вопрос. Так, военная аннексия прошла успешно, Марокко. Ну, я же говорю, что этого следовало ожидать. В Марокко, конечно, нету ни хрена. Даже, блядь, отряды не можем построить. Я хер его знаю. Зачем я, конечно, сейчас это делаю, потому что уже конец игры, но не знаю, будем пытаться делать так. Так, что здесь? Три пушки, да? И тут три пушки. Серьезно. Серьезно. Что мы сделаем? Мы пойдем ба-банк. Хотя, блядь, вот там мы можем еще. Вот так вот, ладно. Вот этим сюда нападем. Здесь мы ждем. На следующий ход, по идее, должна будет... Ребятки, прошу прощения. Все-таки меня выбило. Причем игра просто закрывается без всяких ошибок. А выскакивает она у меня именно на том моменте, когда я наступаю сюда. Я отступлю.
Это два варианта. Или же выбивает из этой битвы конкретно, или же выбивает, потому что Британия почти со с нуля. Ну, посмотрим. Давайте. Да. Легкое сражение. Видя слабость нашего гарнизона. Блять, слабость. Вы что, охерели, блять, слабость? Ну, это... Нет, я не буду командовать лично, это смешно. Это смешно. И вот сейчас мы проверим теорию. По идее, Британия соснула. Я ее захватил, я ее взял, то есть все ее территории должны сейчас пропасть. Вот мы и посмотрим. На примере Португалии. Хотят они повоевать с моими кораблями. Да, блядь, деритесь, хорошо, ради бога. Все, победили. Все, молодцы. Рад за вас. У вас там, блядь, в столице пиздец, а вы, блядь, с кораблями моими воюете до сих пор. Да, конечно, давайте. Равное. Нет, не хочу. Не повезло. Все, в плане кораблей сосу, блядь, на всех фронтах. Согласен. Дальше. Вот так вот, Великобритания. Вот так вот. Да, и вернулась обратно. Ну, соответственно, мы делаем вот так. Да, я хочу ввести войска против Португалии. Я плохой. Очень плохой. Также. Кто здесь у нас? Угу, понятно. Также я хочу ввести войска против Франции. Но это будет попозже. Сейчас, в данный момент, я ввожу войска на территорию Австрии. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот на поддержание штанов. Есть такое. Далее. Значит, от Седова мы потом выведем войска, поведем сюда, лупанем здесь Франсиоу. Это, кстати, у нас почему-то так и остается. Не можем его полностью взять, как вы видите. Но ничего. Так, ну там все понятно. Завершаем ход. Опять война теперь у нас уже с Австрией. Да, преследовать сразу кораблями. Зарядить пушки... Мы победили. Бывает. Ни херна себе. Первый раз выиграли. Австрия. Что здесь? Легкое сражение. Ну, понятно, да. 700 против. Не хочу я драться лично. На колени. 217 потеряли. Там всех убили. Хорошо. Отлично. Австрия сразу же восстала. Сразу же. Нет, не хочу. На колени. Два человека потеряли. Переживем. Страна еще нарожает. Далее, Португалия. Что-то будет нам предъявлять? Ни хрена не будет. Вена, начали осаду. Хорошо. Португалия склоняется. Хорошо. Я другого, в принципе, не ожидал. От Португалии? Как бы. А, так, отряды. Здесь уже нам пора, значит, какого-нибудь офицерчика одного залупенить. Значит, вы можете, господа, подтягиваться сюда поближе. Что тут у нас? Так, тут честно. Какую-нибудь шпировочку сделаем. Да. Ты, блядь, тоже не такой уж и сильный. Я так посмотрю. Ну, хотя бы обменяем вот так вот. Что-то типа такого. Стоп, один был более-менее заряженный. Потому что будет тяжело. Тяжело будет удержать Вену. Надо хорошие там войска. Так, ну здесь мы без боя, в принципе. Мы можем возвращаться обратно. Если что, мы эти войска используем против Франции. Франция, накаленные отношения. Она думает, блин, что же делать? Воевать или не воевать? Я же такой сильный. У меня такая сильная армия. Да, хорошо. Все построено. Шикарно, я рад. Давайте ближе. Франция уже, наверное, чувствует, что попахивает жареным и не знает, что делать, или плакать, или смеяться. Так. Тоже битый, подбитый отряд, но он будет, наверное, поярче, чем вот этот. Или мы его сейчас просто доукомплектуем. Сделаем вот так. Пушки вот эти бестолковые сюда мы заберем. Сюда вот так вот сделаем. Так.
54, а здесь у нас 58, 53. В принципе, ну, пушки можем разменивать, чтобы до конца. Вот. Все, это будет у нас целый отряд. Да или нет? Нет, не целый. Из этих. Коньяк. Так, тут понятно все, тут ясно. Возьми себе пушки, я не знаю. Иди сюда тоже. Так, Франция, что там у нас? Пока не можем, завершаем ход на следующем. Пойду с ними разберемся. Так, Австрия. Легкое сражение. 360. Нет, не хочу. На колени. Все, Австрия пала. Ребят, просто уже не хочу участвовать в битвах самому, потому что выбивает, не знаю. Ну, это же Imperial Glory. В принципе, в прошлом прохождении такая же ситуация была. Все, Австрия пала. Ну что, Франция, добрый вечер. Да, я все еще хочу. Я все еще хочу. Все еще не передумал. Ребятки и ребятушки, вы мои. Ребятушечки. А на всякий случай, потому что это будет Париж. Завершить. Смеетесь? Нет, пусть бежит. На ту территорию подальше, мы его там сейчас лупанем. Французскую крысу в углу. Легкая. Да, то есть с кем, блядь? С крестьянами, с палками драться? На колени. Все на колени перед матушкой России, ребятки. Франция пошла в контратаку. Хорошая попытка, но нет. Чик, вот так. Да, если что, как подкрепление, потому что тут уже отряды биты-перебиты, а сейчас Франция будет вставать с колен. Ну, конечно, вот видите, не зря, легкое сражение, нет. Смотрите, как она отчаянно сопротивляется. Под заходом она все больше и больше кидает свои войска. Просто... Безумцы, смотрите, что тут у меня вообще происходит, это кошмар. Давайте, надо немножко подкормить, подпитать свою армию, потому что она очень сильно просела, у нас очень большие потери Франсионом сделала. Давайте мы еще сюда вот этих. Можно кинуть? Нет, нельзя, блять, нельзя кинуть. Ай-яй-яй. Но будет как будет. Кстати, братуха, ты... А, ну ты не можешь там высадиться, да, очень жалко. А че ты не можешь? Так хотела. А тут ты сможешь высадиться? Вот сюда. И вот так потом. Завершаем ход, ждем Францию. Нет, не хочу преследовать. Хотя это линейный корабль. Франция все-таки будет бороться. Будет биться с моим кораблем. Или не будет? Не будет. Итак, ребятки, полная победа. Милорд, мы завоевали все земли, какие есть на карте. Это было непросто, но вы совершили то, что не удавалось еще никому. Вся Европа и Северная Африка приветствуют вас как своего нового правителя. Спасибо. Спасибо всем, кто на протяжении всех этих долгих лет был на нашем канале. Кто поддерживал меня в выпуске по Imperial Glory. Всем спасибо, с вами был Росси, это было прохождение за Россию на сложном уровне на канале Rolegame Online. Всем спасибо и пока.